Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует компания «Цептор». Добро пожаловать в мир красоты, стиля и здоровья! Сегодня мы поговорим с вами о том, как легко и быстро можно приготовить чай. Говорить мы будем вот об этом чайнике. Это индукционный чайник, рассчитанный на 2 литра воды с диаметром дна 20 сантиметров. Сталь, из которой изготовлен наш чайник, самого высокого качества. Она очень прочная, устойчива к коррозии, не деформируется и не меняет цвет. И это еще не все. Мы поговорим об энергоэффективности нашего чайника. Сталь, из которой изготовлен наш чайник, проводит тепло и нагревает воду гораздо быстрее, чем обычная сталь. Таким образом, вы экономите энергоносители и ваше время. Уникальное капсулированное термоаккумулирующее дно способно сохранять температуру воды длительное время. Оно соединено с корпусом нашего чайника с помощью лазерной сварки. Тщательно продумана и эргономика нашего чайника с точки зрения безопасности пользователя. Хочу обратить ваше внимание на конфигурацию ручки. Она разработана таким образом, чтобы максимально сократить риск неосторожного прикосновения к чайнику. Ручка изготовлена из высококачественного полиамида, который не нагревается. Ручка хорошо сбалансирована, не скользит и не нагревается во время кипячения. Крышка нашего чайника оснащена такой же ручкой, она легко снимается и легко надевается. Таким образом, перемещать чайник и наливать в него воду очень удобно. Носик чайника оснащен свистком, который подаст звуковой сигнал тогда, когда вода закипит. Все очень просто. Итак, дамы и господа, вам понадобится всего несколько минут, и вы сможете насладиться чашечкой ароматного чая. Приятного чаепития, ваш Цептор!